Ребята, всем привет! Сегодня разбор планировки, которую вы еще в жизни своей не видели. Речь идет об однокомнатной квартире площадью 255 квадратных метров и стоимостью 30 миллионов рублей. Интересно? Поехали смотреть. Друзья, прежде чем мы приступим, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, и мы начинаем. Итак, что же это за монстр такой? Однушка 255 квадратных метров. Кто учудил вообще вот это вот все вот великолепие, я так скажу. А учудил это застройщик Брусника. Вообще, кстати, Брусника молодцы. Они первые задали тренд на красивые места общего пользования, подъезды, то есть по-русски говоря. На дворовые территории без машин. В общем, молодцы, ребята, вот правда молодцы. Но здесь они, конечно, пошли дальше и отличились. Однушка 255 квадратных метров. Это сильно вообще, это просто круто, ребята. 30 миллионов рублей, и она ваша. Речь идет о квартале на Некрасова. То есть вот есть такой дом на Некрасова. Если квартиру повыше купите, то, может быть, и водичку увидите туда. Ну, то есть вот так вот, что там кораблики, где плавают. Ну, лодочки. Ну, в смысле, там лодочная станция. Ну, знаешь, там, типа этот. Я убью тебя, лодочник! Вот это будет про вас, если вы пойдете туда плавать на лодках. И в общем, давайте к квартире уже переходить. Я думаю, всем интересно, что это за однушка 255 квадратных метров. Ребята, это не просто квартира, это двухуровневая квартира. Поняли, чтобы вы понимали вообще? Вот, два уровня однокомнатной квартиры – это новое слово в архитектуре, вообще, я вам скажу. Значит, почему однушка? Давайте смотреть. Первый уровень, давайте посчитать, что мы здесь видим. Значит, мы видим большое общее пространство, в которое располагается кухня, кстати, маленькая. На 255 квадратных метров там должна быть королевская кухня. А здесь какая-то, ну я не знаю, бутерброды разогревать. Но есть, есть кухня, есть столовая, есть диван и два кресла, ну все как полагается. Телевизор забыли поставить, но ничего, я дорисую. Я дорисую телевизор, вот он, пожалуйста. И есть рояль. Ребята, я понял, это квартира для музыканта однозначно. Ну, в общем, это однозначно для какой-то звезды, потому что звезда на меньше, чем 255 квадратных метров, точно не согласится. Короче, звезда, если ты звезда, значит, покупай эту квартиру, будешь приезжать на гастроли к нам в Екатеринбург, и вот только такая, и вот она тебе. Потому что здесь есть еще второй уровень, где можно проводить тусовки. Потому что больше здесь делать нечего. Значит, когда мы поднимаемся на второй уровень, мы попадаем в крохотную комнатку, ну как, для 255 квадратных метров, 18 метров. И что вы думаете здесь, на втором этаже? Вы думаете, спальня? Нет, кухня. Вот это поворот! Здесь вторая кухня, ребята, в однокомнатной квартире вторая кухня. Вообще это нормальная тема, американская, я так скажу. Когда они строят особняк такой, метров 1500, то у них есть тут кухня, тут бар, тут вторая кухня, там третья у бассейна. Ну, в общем, они любят эту тему. Ну, короче говоря, ребята, второй уровень, здесь кухня и терраса. По опыту я вам так скажу, пользоваться этим будет никогда никто вообще, в принципе, ну то есть, кроме музыканта, потому что музыкант здесь, конечно, будет тусовки проводить, потому что есть вторая кухня, там есть бокалы, шампанское, значит, эти канапешки, канапе там, ну и другие всякие приколюхи, значит, которые будут разносить, носить по этой террасе, причем терраса-то тоже странная, П-образная, то есть одни забьются в один уголок, то есть вот в одну ногу буквы П, а другие в другую ногу буквы П, то есть зонтик есть и там, и там, так что все в порядке, люди отдохнут нормально. Одни будут смотреть на лодочника, другие будут смотреть на промзону Уралмаша, ну на завод, то есть там нормально все, в общем, хорошо, продумано. Ребята, вы удивитесь и спросите, почему же однокомнатная квартира? Ну, судите сами. Вот второй этаж. Здесь жилых комнат нет, правильно? Нет, на террасе спать не будешь, но ты же не сумасшедший, чтобы в палатке спать там на террасе, правильно? Зато здесь есть кухня. Ну, то есть она не жилая кухня. Окей, спускаемся вниз, смотрим. Одно огромное общее пространство, кухня, столовая, рояль, диваны. И все, и одна спальня. Одна. Ну, то есть это же однушка, правильно? В однушке как? Ну, то есть есть, типа, кухня-гостиная и спальня. Однокомнатная квартира. Логично? Логично. Но и здесь также есть общее пространство, двухуровневое. И есть одна спальня. Ну вот, поэтому однокомнатная квартира. Так ведь? Вот, пожалуйста.
Вот, это была вводная на самом деле, а сейчас посмотрим, что по факту. Вход, входная группа 255 квадратных метров, и мы попадаем в какую-то коробку из-под холодильника. Я по-другому эту прихожую назвать не могу. И ладно бы мы на красоту на какую-то заходили, да, ну то есть ты заходишь, ну то есть 250 метров, музыканты пришли, надо как-то их принять там, ну то есть... А у тебя дверь в туалет, понимаете? То есть, не дай бог, она еще открыта. И то есть там вода шумит, набирается. Ну, то есть прежде, то есть до тебя уже кто-то дошел, значит, там что-то нажал, вышел, и там вода набирается. В общем, какой-то нестыковочка, не комильфо как-то. В общем, это какая-то вытянутая колбаса, которая вообще не соответствует статусу, так сказать, людей, которые, предположительно, наверное, будут покупать эту квартиру. Да и шкаф-то маленький, ребята, где гардероб? 250 метров, вы что, место под гардероб не нашли, что ли? Очень странно, шкаф небольшой, небольшой. Ну, хотя, может быть, это минималисты, а... все свои, так сказать, гардеробы где-то в гардеробке, так сказать, в звездной комнате. Ну где вот переодевание? В гримерке. Вот она, гримерка, точно. Там же одежда вся располагается. Ну ладно, идем дальше. Заходим, попадаем в столовую. Большая столовая. Кстати, вот это клево. То есть вот вообще стол, когда стоит свободно около окна, это без дураков, это класс. Правда, классно. Здесь остается, правда, много свободного места. Но что-нибудь придумайте, я уверен. Идем дальше, попадаем в кухню. И очень странное решение, когда остров вместе со стульями с двух сторон. Так делают, когда квартиры маленькие, стол поставить некуда. И вроде бы как бы к острову примыкают столешницу. Ну, типа, где можно покушать. Зачем здесь это делать? Здесь места дофига и больше просто. Зачем? Это нужно просто оставлять островом и все. Потом, если посмотреть нормальный масштаб, то здесь очень гигантские расстояния между самой кухонным гарнитуром и островом. Зачем? Ну, давайте сместим остров ближе к окну, кухню ближе к острову, и у нас хотя бы прихожая расширится, понимаете? То есть хоть место свободное останется. Ну, то есть вот, наверное, лучше так сделать. А если мы идем дальше, то мы попадаем в помещение номер 3, или как, ну, то есть где рояль, короче говоря, стоит. Рояль занимает 1/3 площади. Все остальное, что делают, ну, видимо, танцполе. Или там будут стульчики выставлять, чтобы сесть и послушать, как гений играет на рояле. Ну, хотя понятно, здесь же у нас лестничный холл. Вот обратите внимание, здесь лестничный холл, лестница наверх. Значит, по опыту могу вам сказать, лестница занимает много места. Ну, то есть метров 15 вот железно снизу сверху вы сожрете, то есть под лестницу. Здесь на самом деле вот так визуально очень мало. А это значит, лестница будет крутой и неудобной. Ну, то есть вот гостям на каблуках там, чтобы съесть конопушку, выпить шампанского на каблуках наверх вот по такой лестнице, блин. Ну, это как, я не знаю, там в замке донжон, там типа люди бегали в этих, в доспехах. Но там-то, понятно, место экономили, а здесь ты что, 255 метров. Ну, короче, капец. Не знаю, так себе решение. Идем дальше. Ну, диван, кресло, все понятно, окей. Дальше идем. Маленький шкафчик. А, ну да, в прихожую-то не влезли. Вот здесь маленький шкафчик. Напротив вход в ванну. Внимание, ванна. Я напоминаю, 255 квадратных метров квартира. Ванна. 5 квадратных метров. Пять, блин, вы чё прикалываетесь? 250 метров, а ванна 5, всего лишь 5. Это же кладовка. Ну, блин, в ну даже есть такое понятие. Я рассказываю просто. Есть такое понятие со-масштабность. Понимаете, то есть масштаб помещения и масштаб комнаты, и они как-то вот не бьются. Ну вот как-то вот вообще никак. Мне кажется, что, конечно, здесь просто, видимо, некуда было девать квадратных метров. Просто сделали квартиру большой, а вот эту штуку маленькой. Ну что, идем в спальню, попадаем в спальню. Здесь мебель стоит просто фантастически убого. Просто. Ну вот, блин, это же брусник. Ну вы же брусник, ребят. У вас же целый отдел, который занимается планировками. Я знаю, вы же гордитесь этим. У вас там даже есть начальник планировочного отдела, которому вы платите зарплату. У меня вопрос. Вы за что ему платите зарплату? Объясните мне, пожалуйста. Вот, ну как бы за что? Вот это что такое вообще? Вот это как это? Это какая-то... Ух, очень странная штука. Гардероб, шкаф буквы «Г». Здесь вообще все с буквы «Г». На самом деле все надо... Короче, все сломать и все переделать. Тогда может получится. Фу!
Что можно сделать, ребята? Ну, сделать, наверное, можно. Ну, во-первых, 255 квадратных метров, я так понял, это вместе с террасой. Но если посчитать, возьмите калькулятор, есть такая волшебная штука. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, эту огромную квартиру можно разделить на комнаты. Ну, например, заходим и видим, что кухню, гостиную, то есть вот эту часть, дальше мы можем сделать одну комнату, вторую комнату, третью комнату. То есть получается уже раз, два, три спальни, правильно? Вот с одной ванной, конечно, мастер-спальня не получится, скорее всего. Ну, как бы это же бруснику в данном случае, видимо, не парило. Наверное, это дали все-таки не в отдел их планировочных решений, а кому-то непонятно кому. Ну, ладно. Вот. Ну и наверху можно, конечно, тоже комнату сделать для неугодных. Или, ну почему, хотя нет, почему для неугодных? Вот, кстати говоря, подростки полюбят, мне кажется, вот эту тему, потому что они же такие, знаете, вот... Когда молодые люди взрослеют, дети, я имею в виду, то есть они переходят в такую стадию, значит, взросления и вот пробования всего нового. То есть, ну, во-первых, гормоны играют, да? То есть, и у них же как? Дайте денег и не мешайте жить, ну, типа такого. Поэтому лучше их не трогать. Поэтому для них вот это самое место, туда их вот повыше, за дверку. И вот они там сами, хозяева, так сказать, своей жизни, своего пространства. Поэтому мне кажется нормально, да, то есть вот туда их поселить. Тем более у них будет свой выход на террасу, это вообще пушка. То есть можно вечеринки проводить, друзей туда приводят, вы их не видите. Жалко, туалета только нет на втором этаже, будут вниз бегать гады. Но что делать, приходится с чем-то мириться. Поэтому вы получаете, ребята, при грамотном-то подходе, 4 спальни, мизерную ванну, ну и что, зато 4 спальни, зато огромную террасу, понимаете, бесполезную лестницу, которая, кстати говоря, я тоже, вот лестница все-таки, вот я не могу пройти мимо, вот объясните мне, зачем лестница в квартире, вот просто вопрос на миллион, то есть давайте сразу договоримся, вопрос прикольненько не принимается, ну как бы, блин, вот месяц по ней побегаете, и вам будет уже нифига не прикольненько. То есть наверх вы бегать не будете. Зачем эти квадраты вот в два уровня делать? Ну, сделайте в одном. Чего вы над людьми-то издеваетесь? На самом деле это вообще не прикольно. И это травмоопасно. Ребята, если у вас дети, и вы туда хотите кого-то засунуть из детей, там, подростка, я не знаю, не дай бог, там, родителей, там, каких-то своих, это травмоопасно. Тем более... в тех размерах, которые здесь показаны. То есть эта лестница будет крутая, неудобная, травмоопасная. И еще один большой месяц есть, минус есть у лестницы. Это ее цена. Хорошая, красивая, нарядная лестница будет стоить дорого, ребята. Вы сейчас спросите, а сколько дорого? Ну вот так вот, вот дорого. Сколько это дорого? Миллион, ребята, миллион лестница будет стоить, просто чтобы была нормальная, красивая лестница. Ну или это будет какое-то г***о из палок и г***а. Вот, вот, вот мое отношение к лестнице. Вот такое вот. В общем, двойка квартир. Нет, почему я? Какое я вообще имею право оценивать, так сказать, квартиру от таких метров, как брусника. Ребят, в общем, можно ли из нее что-то сделать? Да, конечно, конечно, можно. И можно сделать прикольно и вкусно. И дорого. И дорого. Мы делаем красиво, вкусно, дорого, долго, но красиво. В общем, вы поняли. Это уже конец ролика. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока! Обращайтесь к гениальным людям, и у вас все будет хорошо. Да пребудет с вами муза. Пока!